Рождество – это один из самых главных праздников для всех христиан. Праздник светлый, добрый и веселый. В этот день Дева Мария родила на свет Иисуса Христа. Издавна считалось, что в Рождество могут происходить любые чудеса. Вот и то, что происходит на площади Марацея сегодня, не иначе как чудом не назовешь. Минус 25 на термометре. Люди приходят, люди покупают. Предприниматели мерзнут, но продают. Вопреки капризам погоды и другим препятствиям, они приехали из разных уголков Ненецкого округа. Нринмар, Нельминос, Тельвиска, поселок Искателей. Список можно продолжать и продолжать. Лилия Тайбарей, например, из Красного. На ярмарке бизнесвумен из национального поселка представила излюбленные северянами бурки. Теплые, легкие, я думаю, даже полезны для ног. В них легко, тепло, ноги дышат. И потом здесь натуральная выделка, то есть нет химии никакой. Это, во-первых. Во-вторых, это еще красиво. Пошив такой дорогостоящей обуви – вещь сугубо индивидуальная. Лилия благодаря ярмарке набрала много заказов на их изготовление. Но представленные на продажу бурки так и не разобрали. А вот в соседней палатке продукция разлетается только в путь. Еще бы, тут продается выпечка, в том числе и козули. Эта рождественская северная традиция идет издавна. Козули – разновидность пряников. Делали их в форме коз, отсюда и название. Делают, если оленята, елочки, шишечки, это все козюли называется. Это такой северный сладкий сувенир. И только на севере их, в принципе, здесь делают. Архангельской особенно области, Ненецком автономном округе. Пекут всей семьей, вот они политые разноцветными штуками. Это вот настоящий рождественский, единственный здесь такой вот товар, можно сказать, местный. Что только не увидишь на рождественской ярмарке. Пирожки и торты, мясная и молочная продукция, рыба и птица, сладости, волокуши и теплая одежда, косметика и даже украшения ручной работы. Разбирают. Даже сувенирную продукцию увозят в Питер, в Москву, во все регионы России. Вы как считаете, вот такие ярмарки нашему городу нужны? Да, во-первых, мы каждому празднику здесь торгуем, этнокультурный центр. И, во-первых, это подарок ручной работы и заработок мастерам. Это обязательно надо делать. И под более такой красочной вывеской, я думаю, что... Проводить такое массовое народное гуляние на Рождество – традиция старая, как мир. Но вот в окружную столицу добралась только сейчас. Идея провести ярмарку на Рождество пришла после удачного проведения аналогичной торговли в Пасху. И тогда, и сейчас организации и проведением занимались в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК совместно с городскими властями. По словам вице-губернатора Олега Белака, такая торговля – весомая помощь предпринимателям и сельхозпроизводителям. Для нас самих было несколько неожиданностей, что вот несмотря на такой лютый мороз, когда, как и жалуются некоторые предприниматели, отказывают калькуляторы, да, вот столько людей, то есть я примерно оцениваю, что здесь проход будет более 1000 человек, более 30 предпринимателей, совершенно разный ассортимент продукции. Для нас этот, скажем так, первый раз, но это далеко, конечно, не ком, да, то есть я считаю, что на протяжении столь длительных праздников очень хорошо иметь такое светлое окно, когда можно прийти тем, кто постовал, разговеться. Кто не постовал, тем не менее, все равно как-то отпраздновать этот праздник. Рождественская ярмарка – не столько место, где можно что-то купить, сколько развлекательное мероприятие, куда с удовольствием идут и дети, и взрослые. Сердце города Марацей сегодня больше напоминает сказочную торговую площадь. Огромные потоки людей, музыка и танцы – хорошее настроение. Но мы только что пришли, мы еще не знаем. Но видно, что мороз, и народ так подтягивается, хоть и погода такая морозная. Как считаете, нашему городу нужны такие мероприятия, такие ярмарки? Обязательно. А для чего? Ну, это, во-первых, общение народа между собой. И я думаю, что настроение даже в хмурые морозы такие поднимает эта музыка и общение. Мороз? Настроение праздничное? Весело? Ну как, продукты привозят, надо же что-то вот... Купить не все свою местную продукцию, надо что-то и другое купить. Очень даже хорошо. Шашлычков поесть,
печеного покушать, чайку попить дома с печеным. Очень даже хорошо, нравится. И концерт такой хороший, и все. Все нормально, все нравится. Рождество – великий день для всего христианского мира. Во многих странах, в том числе и в России, он считается семейным праздником. Православные семьи ждут Рождества целый год. В ночь с сочельника на Рождество в православных храмах прошли рождественские богослужения. Свои поздравления жителям Ненецкого округа направил владыка Нарьянмарской и Мезенской епархии. Возлюбленные Господи, братья и сестры, в сей священный день вся полнота христианского мира чествует родившегося Христа. Это великий праздник, который чувствует каждый христианин своим сердцем, потому что токи Божией благодати доселе изливаются народ человеческий. Все чаяние всех поколений людей, от падшего Адама, утерявшего рай, но получившего обетование в жизни вечной и пришествия в мир Христа Спасителя, ожидали этого дня. Чаяли, надеялись, претерпевали трудности, молились Богу. Отмечать великий праздник христиане будут аж до Богоявления, то есть еще 12 дней после Рождества. История говорит, что рождественский стол в любом русском доме всегда выглядел по-особому празднично, и самые разнообразные угощения не убирались с него в ожидании незваного, но всегда желанного гостя или коледующих. Ну а нарьянмарцам накрыть столы богато и празднично помогла рождественская ярмарка. С этим великим христианским праздником вас спешит поздравить и телеканал «Север». Хороших и светлых вам праздничных моментов, любите своих близких и всегда будьте честными друг с другом. И пусть в этот праздник сбудутся ваши самые заветные мечты. Алина Волчейская, Александр Дуркин, Вадим Стасюк и Антон Водряков. Телеканал «Север».